Ребят, привет! Пока гуляю с ребенком, решила записать видео. Все про то же самое ЛТО, да, просто еще немного новых мыслей. У нас вот рядом с домом открылась пекарня новая. Вот. Ну, мне из неких источников достоверных, у меня просто муж с ними работал, да, помогал им в открытии, известно, соответственно, сколько ребята вложили вообще в открытие этой пекарни. То есть у них там 5 учредителей, и каждый примерно там по 300 тысяч, да, плюс-минус, как бы скинулись на открытие вот этой вот одной торговой точки. Так вот, если сравнивать наши с вами вложение в ЛТО, да, пусть будем называть это так, что мы имеем? Смотрите, наше вложение, да, это там 6 тысяч в 3 недели, ну, в среднем, соответственно. Что вы получаете, вкладывая эти средства? Вы получаете готовый действующий бизнес, который развивается даже без ваших прямых усилий, да, то есть под вами растет товарооборот, даже если вы лично в этом не приняли участие. Это первое. Вопрос, да, соответственно, знаете ли вы другой такой бизнес, в котором вы вложили некую сумму денег, и он начал развиваться без вас. Дальше, пункт следующий. Что еще вы получаете? Вы получаете при выполнении ЛТО рекрутирующий сайт в подарок, да, который тоже влияет на рост вашего товарооборота. Вы получаете сайт самой компании, да, такой сайт с таким функционалом, который имеем мы, да, на который мы можем, соответственно, людей направлять, с которым можем работать, с которого мы тоже получаем свою прибыль, да, свой доход. Ребят, он стоит очень дорого. Я вам честно скажу, такой сайт стоит очень дорого. Он точно стоит не 6 тысяч и даже не 100 тысяч, а очень большую сумму денег он стоит. Дальше, что еще вы получаете? Вы получаете доступ, да, соответственно, включаясь в бизнес, получаете доступ ко всем обучающим материалам. Да, сейчас очень много информации на YouTube, которую можно получить бесплатно, но что получаете вы конкретно в нашей системе? Да, вы получаете структурированную систему обучения. То есть за вас, да, уже кто-то, прошедший этот путь, все уложил по полочкам, по этапам, по шагам, вот что называется, как это сказать, положил себе в рот, да, все уже перемял, переживал, и вот проглотить только осталось. Все, делать дальше больше ничего не надо. То есть, понимаете, вообще обучение любое, оно тоже очень дорогого стоит. Что еще по поводу ЛТО сказать, да? Смотрите, личный товарооборот никто вас не заставляет делать именно на личном потреблении. В конце концов, если это для вас проблема, найдите своих постоянных покупателей. Сделать план 6 тысяч рублей, ну, знаете, ни на одной работе такие планы не ставят. Спросите любого торгового представителя, там, агента по недвижимости, да, любого менеджера по продажам там, в какой-то компании, менеджеров в автосалонах, ни у кого таких планов нету. 6 тысяч рублей. Можно сделать, было бы желание. Дальше. Какой еще важный... Да, на каких продуктах, в принципе, можно делать ЛТО? У нас, на самом деле, три стратегических продукта, да, это, соответственно, товары wellness, это товары, средства личной гигиены, да, все ими пользуются, абсолютно все. И это средства уходовые, да, то есть уходовая косметика за лицом, за телом там, и так далее. Вот. Вот это вот товары, на которых, соответственно, можно делать личный план. И потом, не забывайте, соответственно, да, когда вы делаете личный товарооборот,
вам, во-первых, начисляется, ну, скажем так, кэшбэк с вашего личного, да, товарооборота, то есть процент по премьер-клубу и процент ваш, да, процентный уровень. Вот, и плюс, соответственно, вы получаете доступ к получению дохода со всей структуры, которая сформирована под вами. Если вы, соответственно, не делаете личный товарооборот, то под вами может быть хоть 1000 человек, вы с этой структуры не получите абсолютно ничего. Вопрос о том, соответственно, что а давайте я приду, там будет подо мной структура расти, а я личный товарооборот делать не буду. Да, так можно. Но это неграмотный подход к бизнесу. Вот. Дальше, что еще про товарооборот? Вот смотрите, мы теми, если, соответственно, да, мы рассматриваем вариант, что личный товарооборот вы делаете именно в личном потреблении, возвращаясь вот к этой вот пекарне, да, с которой я, в общем-то, начала разговор. Вот представьте, ребята открыли пекарню, напекли пирогов и съели эти пироги. Как бизнес развился? Никак. Никак. Абсолютно. Все, все деньги вылетели, извините, в унитаз. Вот. У нас, соответственно, совсем по-другому. Да, мы деньгами, которые мы вложили, соответственно, своим ЛТО, мы помылись, накрасились, почистились, в виде коктейля витаминок внутрь приняли, стали красивые, здоровые, счастливые. Поэтому, ребят, просто включите голову, да, поймите, зачем надо делать личный товарооборот, и вы поймете, как его сделать. Путей очень много, вебинаров на эту тему очень много. Поэтому единственное, что вам надо сделать сейчас, вам надо понять, зачем в этом бизнесе делается личный товарооборот, для чего он нужен. И сравнить это все с тем, как это было бы в бизнесе традиционном. Потому что в традиционном вы никогда помесячно не будете вкладывать в бизнес 6000 рублей. Никогда. В 3 недели, пусть так. Вот. И потом не забывайте, что 6000, да, это только первый раз. Ребят, потом вы будете... вкладывать меньше, да, потому что у вас будет тот платить уже за заказ меньше, потому что у вас будет тот самый кэшбэк. Я вам отправлю еще принтскрин, постараюсь сделать со своего последнего заказа, да, соответственно, и вы поймете, какое там идет списание скидки. То есть вот буду делать следующий заказ, отправлю обязательно принтскрин, постараюсь не забыть. И вы поймете, что потом сумма, она идет уже на уменьшение, да, потом это будет там 3000, там 2800, 2500, то есть вот такие вот будут суммы, поэтому не надо этого бояться, надо сделать первые шаги, как в любом новом деле, да, надо сделать первые шаги, а дальше уже будет постоянно проще, проще, проще и проще, это будет уже просто навык. Вот таким вот образом. Ну и сама система бизнеса, она позволяет с каждым разом, да, личный товарооборот делать проще и просто-напросто уже экономить на тех продуктах, которые приобретаете для своей семьи, для себя.